У 12 казахстанских студентов Академии гражданской авиации началась летная практика в Финляндии. Это стало возможным благодаря подписанному между двумя странами меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве в гражданской авиации. Учебные полеты в небе над Хельсинки позволят нашим студентам получить европейскую лицензию на управление авиалайнерами. На летном поле финского учебного центра побывал и наш европейский корреспондент Жанат Эрнст. Вот такие легкие двухместные учебные самолеты итальянского производства имеют современное навигационное оборудование, позволяющее будущим казахстанским пилотам получить базовые навыки первоначального обучения и пройти первые серьезные шаги на пути к полетам в коммерческой авиации. Часы предполетного обучения в кабинетах, техподготовка настоящего, пусть пока и не очень большого, лайнера к первому полету и давняя мечта вчерашних казахстанских мальчишек и девчонок становится реальностью. Некоторые из самых смелых и настойчивых девушек уже успели полетать в домашних авиаклубах, но полеты по европейским стандартам, где связь с землей только на английском языке, впервые. Когда ты учишься на земле, этому теории этой, это все кажется легко, ты все знаешь. Когда ты в воздухе, ты все моментально забываешь. И какая скорость должна быть, даже просто элементарные вещи вот просто вылетают из головы. Со временем это практикуешься и вот все вспоминаешь и все знаешь. Это уже идет на автомате. Летать как пассажир – это одно, а уже за штурвалом – это совсем другое. То есть чувствовать контроль. То есть в первую очередь, конечно, мурашки по коже, восхищение, в какой-то степени недопонимание происходящего вокруг. Но, в принципе, в целом был очень-очень-очень удовлетворен первым полетом. Казахстанский диплом вместе с европейской лицензией на полеты позволит выпускникам работать в ведущих авиакомпаниях Казахстана и за его пределами, выполняя международные полеты на современных Боингах и Эйрбасах. А пока ребята занимаются в так называемых симуляр-румах, полностью копирующих кабины пилотов современных авиалайнеров. И что позволяет нам моделировать абсолютно любую ситуацию, находиться в небе, на земле, моделировать взлет, посадку, различные процедуры чрезвычайные. Кстати, учебный центр, подобный финскому, откроется и в нашей стране. Уже в этом году закупаются дополнительные самолеты и тренажеры. Будем создавать материально-техническую базу. Часть упражнений будем выполнять в Казахстане, а заключительные этапы будем сдавать здесь, в Европе, для того, чтобы получить лицензию европейскую. У студентов очень хорошая мотивация и серьезное отношение к тренингам. Я уверен, что в будущем они станут отличными пилотами. Казахстан совершенствует свою авиакультуру, и мы очень рады быть частью этого процесса, помогать вашей авиации расти и дальше. Первый этап летной практики продлится полгода. После этого студенты вернутся к теории дома, а следующей весной вновь полетают в Финляндии. Жанат Эрнест, Жомарт Ахметов, Хельсинки.